Всем привет! Сейчас я нахожусь в замке у маги, не вечен. Его сила после КВК стала 3 миллиарда 858, было 5 миллиардов. КВК было четкое, мощное, хорошо повоевали. В лимит 300% потерь вошло 1 102 717 тысяч. Охренеть. Восстанавливать здесь много придется. Помимо этого, полный лазарет был, и еще в святилище находится 570 тысяч. Здесь 43-е больницы. У них лимит 336 тысяч 800. Давненько я в этот замок не заходил. Даже интересно, что у него. Приливное оружие новое, уже полностью весь сет. Редкое. Эпическое. Эпическое, редкое. Редкое, эпическое. Ну что, полностью усилится скоро. Здесь все легендарное, максимальное. Статуи тоже все легендарные. Шмот еще не фул, то есть не плюс 5 весь. Две только на плюс 5. Камни все на максимум. Собрался сейчас тренировать. Здесь стоит леди Изабель. Лимит тренирующий 360 добавляет. А так у него герои все фуловые тоже прокачаны полностью. Утор на 6 звезд, Ангус на 6 звезд, НС1 по 2 звезды. Боевая ярость почти полностью прокачанная. Легион короля на 2 трети. Здесь осталось ему лимит лазарета поднять. Да, лимит и там, и там. Легион короля. Тоже лимит здесь отстает. Остальное все прокачано. Все, что касается статистики боевой. Ну и посольство еще. А, ну вот дальше еще не прокачано. Сколько это стоит? Видать, ждет событие лихорадку. А, здесь университет 45-й требуется. Понятно. Сначала 45 надо поднять. Ясненько, ясненько. Армия осталась 24 миллиона 831 тысяча. Т-13 все прокачаны уже. После КВК немного их осталось. Особенно коней. 180 тысяч от миллиона. Так, теперь посмотрим отчетики. Сорок пятый кит был.
Под конец КВК кит вкачался и сбил его. Так, 3450, 3400, 3200, 7300, 7300. Атака 6800. 7000 атака стрелков. Вот этот же кит. Здесь мага его победил. Тут атака стрелков 6933, он его поднял почти на 100%. Атаку коней поднял. Оборону здоровья пехов по 100% накинул. Вдонатился этот китаец во время КВК, чтобы победить. Мага его поймал без дракона, этот китаец менял тотем и нож. Не тотем и нож, а корону полководца и нож менял по ходу. И остался без дракона в какой-то момент. И мага его два раза хлопнул в соло. Потерял 150 тысяч, убил миллион. Вот статистика без дракона у 45-й. Шестьсот двадцать тысяч до 13-х. Охренеть. 19 тысяч коней. 1000. Ну, 620 тысяч до 13-х пехоты убил из этого миллиона. Это охеренные потери. И таких ударов два было. Вот первый удар. Здесь поражение. Потерял 181, убил 1 160 000. Так, Т-13 неповрежденный, Т-12 571 тысячу. $214 миллионов с удара убил ему. И вторым ударом еще 232 миллиона. Охренеть, блядь. Мега 3450. 3 миллиона 455 тысяч потерь. Да, жуть, столько убивать. Здесь мага победил. 1 200 000 потерял, 1 994 000 убил. Ну что ж, будем восстанавливать, тренировать теперь.